заслугах этого сына Израиля перед Египтом. В поисках дешевой рабочей. И также от страха перед египтян, живущих в Египте, фараон и их брат. Но Господь снова пришел на помощь угнетенному народу. Он выбрал одного из сынов израильского народа, по имени освободил израильтян из рабства. Из Египта лекарством Божьим Богом. Захватом новой страны проходил воин Иисуса, а правой рабство Господь Бог не захватил страны Израиля. 300 лет правил он страну. Это Дебора, Гедеон, и, конечно, наиболее известные из израильских людей. После смерти Самуила Израилем правил Саул, а после смерти Давида на престол сел его сын. Воцарился долгожданный мир.